студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! В Заполярье началась полярная ночь. Жители Мурманска увидят солнце лишь через 40 суток. А кое-где темнота и северное сияние будут царить 2,5 месяца. У нас же декабрь – время самых длинных, а в этом году еще и холодных ночей. Вот и со вторника на среду в Старомосковье и Губкине до минус 11. Днем термометры покажут 6-8 градусов мороза. Но юго-восточный и довольно сильный 6-7 метров в секунду ветер превратит их в 14-17 ниже нуля. Атмосферное давление 755 миллиметров. Магнитное поле спокойное. Рассвет 7 декабря – 8.18. Закат – 16.21. Интересно, что ночь откусывает у дня минуты в основном по утрам. Вечером же на протяжении нескольких дней темнеть будет почти в одно и то же время.